что вы думаете, может произойти в самое ближайшее будущее? Буря началась относительно недавно, инертность она достаточно большая, как вы сказали. В настоящий момент резких движений мы пока не видим, но мы прогнозируем, что что-то может поменяться. Закончится буря, буря сядет, и будем смотреть по сторонам и действовать дальше. И вот у нас уже есть некие прогнозы экспертов ЦБ. Некая консолидированная оценка того, что может у нас быть по результатам 2022 года. Вот они считают, что ВВП в этом году снизится на 8%. Для сравнения, в кризис 2008-2009 года максимальное снижение было 7,8%. А, например, 2014-2015 год – это всего лишь минус 2%. А, например, 1998 год – это минус 5%. То есть можно сказать, что по тем оценкам, которые есть сейчас, мы входим в кризис, которого мы еще не видели. То есть если на вторичке мы действительно ожидаем плавного снижения цен, длительного, может быть, в течение года, то на рынке новостроек принципиально другая ситуация. Безусловно, его будут поддерживать. Хочется просто сказать, поборемся, что у нас какие варианты. Вы сделали такой формат, это безусловно важно. Пожалуйста, продолжайте. Всех нас с почином.